строительство социальных объектов в Левобережном сегодня обсудили на выездном совещании с главой городского округа Дмитрием Волошиным. В микрорайоне готовят к открытию новую школу. Прийти туда на занятия смогут больше тысячи человек. Мы уверены в его победе. Мы уверены в его победе. Современная поликлиника и строительство начали по просьбе местных жителей. Медучреждение оформят в соответствии с губернаторской программой по развитию здравоохранения в Московской области. В поликлинике установят стойку дежурного регистратора, который сможет в режиме онлайн помочь пациенту. Такие новшества позволят сократить время. Кроме того, пообщаться с главой сегодня пришли местные жители. Обсудили обустройство пешеходных переходов, питание в детских садах, а также актуальную тему раздельного мусора. Химки участвуют в пилотном проекте по сортировке отходов. С 1 сентября на раздельный сбор переведут все бюджетные учреждения. Мы попробовали, потестировали 200 контейнеров нашего ДЭЗа. В принципе, можно сказать, что там это успех обрело, потому что все-таки стали люди выбрасывать раздельно. И сейчас мы, я думаю, что первое полугодие 2019 года мы уже весь все химки полностью покроем на РСО. Заключительной темой стала программа мероприятий предстоящего дня города. Его отпразднуют 1 сентября. В этот день пройдет торжественное награждение и масштабное шествие химических трудовых коллективов в презентации музея.